после. Что-то тоже застал, что ли? Забу тут разбили по частям. Разрезали. Первый раз я забыл. А, не, я три раза не проиграл. Результат. Проиграли. Три фиаско? Нет, проиграли. Проиграли ничья. Одно очко. Одно очко унес с Петровского. Не, ну мы тогда играли с великим Зенитом, Лицер, Халк, понял? Я забил, братан. Да? Тебя не было на поле. Слушай, тогда, если меня не было, помнишь, меня не было команде. Тут не точно. Не, не седьмой, восьмой. Восьмой, восьмой. Там же уже полжара. С какого по какого года? Да, обожаю. Дай еще вот эту лекцию. Вот, ой, хорошо вошло. Гений. Короткие активные махи. И чуть активнее, 2-3 метра. 2-3 метра. Пошире, руки не разрываем. В подборе тоже. Ижика. Семь, восемь, девять, десять. Пошли по кругу, двигайся. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Другую сторону. Раз, другая сторона. Два, три, два касания у Лёхи. Ближний, кто потерял, а кто слева и справа. Касание. Да, пока с круга не выходим. Вот, о, все, Сэм и Мира. Ближний. Правый или завел, смотри. Пока, мага. Катись. Под левую, да? Да, Рома, внимательно. Катись. Фома, Фома, в серединку зайди, чтобы... Внимательно, мяч внизу, внизу. Раз, два, три, вот, четыре, браво, пять. Хорош, пара, шесть, семь. Ближнему 8, 9, 10, 1, 2, 13, 14, 16, 17, 17. Браво! Матч ТВ, Евро 2008. Вы там бегаете. Штрафной бьете еще. Греком, помнишь, штрафной? Мне вы в 2009 говорили, что все, хватит. Павлику 2008. Мне 2009. Что происходит? Скажите, пожалуйста, как вы это делаете? Все это говорил, всем говорил, всем говорил. И видишь, 2018. И сейчас опять информация. Он заканчивает, потом через час. Ну нет, еще годик, может, 2-3. Нет, я не был. Чего это не было-то? Официально я тоже не слышал ничего. Еще годик, ну давай Катар. Катар надо зацепить. Уже можно, можно уже. За счет воздуха вот это когда горишь, пуршить надо, как я. Ярослав Ракицкий, надо пуршить. Пуршишь, и все думают, что ты быстрее. Как Евген делает. А что? Я понял, кто дивеет, кстати, с Евгением. Из ледникового периода. Помнишь эти две белки? Такие две, два безумных. За орехом. Не, за орехом, а другие две. Не белки, они вот какие-то были. Парни. А, сам внизу будут эти, маленькие. Маленькие, да, такие. Да. Вы что, ничего не боитесь? Вот вторым лучше говорят, да, мы очень тупые. Первый. Что-то меняться.
дырки проделываю, фишка. Ну, Валентинович с ума сошел, он две фишки сбил. Сэм, в позицию, Сэм, в позицию. В позицию. И добей. В него. Ай! Возьмешь. Сейчас, да, самое главное движение. Еще два. По нему он все готов, когда идет. I see three. Yeah. We found and AFP. Если он задает, задает вопрос, то появляется он в списке наверху. То есть все. Да. If you out hand, если он хочет вопрос задать, он поднимает руку. Please switch off the sound of the mobile phones. Выключите, пожалуйста, звуки мобильного телефона. Мы в масках, да? Нет, можно снять. Да, мы снимаем маски. Да? Маски первый опыт такой вот видеоформата на Евро. Станислав Саламович Черчетов, главный тренер сборной России, капитан команды, нападающий Артем Дзюба сегодня будет отвечать. По болезни вот нам сказали, что он остовой. Сегодня мы еще проверили, еще специально, чтобы до конца понять, выбыл по ковиду. Поэтому вот это, естественно, неприятный момент, а так, по большому счету, мы все выполнили, команда выполняла те задания, которые мы им давали. Теперь задача войти в турнир. Футболисты мы таким турнире, но всегда, прежде всего, здесь команда. Команда на первом месте, и главное, чтобы мы набирали очки. А все остальное, это уже придет. Буду правильно и хорошо играть, голы сами придут. Спасибо за вопрос. Thank you. Спасибо. Еще поднимайте, пожалуйста, руки. Это уже чемпионат Европы, старт, и нам надо быть готовым.